Да, может здесь здоровье есть? Так, просто на всякий. Нет. Зато есть ножи. Ножи для... Да, ножи нам дали. Материал для бомб. Отравляющие. И ножей у нас слишком много. А, отравляющие дротики. Отравляющие. Давайте отравляющие дротики попробуем. Но сначала нужно вообще понять, куда нам надо. Видимо, деревня здесь. А, вон. Думаю, с ним можно особо и не... Да. Чувак, порадуй чем-нибудь. Нет. А, ну, я отдал. Так уж и быть. Не все так плохо. Так. Да, залезем вот так. Неплохо. Как раз самое то в текущей ситуации. Ну чё, чувак, пока. Классно. Хорошо, что есть лестница, если не надо спрыгивать человеку-то раненому так сильно, как это всё сейчас. Удобно, удачно. Так, кого-то колесница нашего чувачка. А, вот он. Врагов много, очень много. Он отправился туда. И врагов видно, что много. Черт, как лучше пройти это ужасное место. Один этот чего стоит? Черт, их тут так много. Но я так понимаю, начнем с этого. Сейчас должны появиться враги, наверное. Ты не хочешь подойти к стогу сена, чувак? Мне нужно пятерых таких, как ты, забрать к себе. Ну-ка. Ну давай, не стесняйся. О, молодец. Так, может так-то и работает? Нет? Не, походу нет. Чувак, не хочешь подойти? А ты? Кто-нибудь из вас хочет, нет? И они ушли аж туда. Блин. Это не так-то просто. Значит, подумал, если у меня 5 дротиков, если их это, то в принципе, наверное, можно пройти через них. Ну-ка, попробуем. Что, он будет что-нибудь делать или нет? Не думаю. А, не будет. Ну, чуваку он нанес урон, но ничего более. Похоже. Он не может, и, блин. Возьму-ка я метательный ножик. Отлично. Так, теперь надо понять, как же нам пройти дальше. Так, это хорошо. Один нож. И здесь один яд? Нет. Нет, яда больше не было. Пока. А мне понравились эти дротики. Так, еще тут двое. Ох, еще там двое. Черт.
У меня только одно. Посмотрим, как это сработает. Так, Эцио, держись. Не падай духом. Нападет ли он на того чувака? Походу нет. Он скорее мне нанесет урон, чем этому. Ну, значит, я этим займусь. Так, все, спокойно. Походу он уже все. Угу, отлично. Жаль, что это никакого практического эффекта, получается, не имеет. Да, они предлагают мне использовать ножи. Ну, окей. Ну, как предлагают? Считают, что лучше так. Так. Чувак такой склонился, думает, чё ж с тобой, брат? Мы только что заметили кого-то подозрительного. Что ж с тобой могло произойти? Действительно. Блин, почему у вас ни у кого нет здоровья? О, и яда дали. Отлично. И на самом деле, наверное, где-то здесь можно было пройти. Посмотрим, короче. Ну, я решил немножко контратации вариант. Но я догадываюсь, что он здесь. Да, все верно. Дальше он там. Здесь тоже люди. А, здесь вообще, в принципе, на обычное место. Но враги все равно замечают. Черт. Придется прятаться пока. Господи, Эцио, не пугай. Мне прям реально за тебя страшно стало. О-во-во-во-во. Не-не-не. Ну чтоб тебя. Что ж вы надоели так? Я вам ничего не сделал. И вот сток сена, черт вас побери. Ну, чувак, не хочешь подойти к стогу сена? Давай, подходи. Давай. Ну давай же, черт. Я не пойму, игра не дала мне этой возможности, по какой причине? Отлично. Смогу ли я тебя обдурить? Нет. О, черт. Он очень быстр. Да, походу мне придется с ним... О, черт! Чувак. Как так можно? Это пожилой человек. Что ты делаешь? Зачем ты его так бьешь? Так, ну полоску мне и восстановили. Только обидно. Ну, короче, вот здесь, наверное, можно их убивать. Сюда же он пошел. Да. Привет, Леандрос. Так, где-то здесь враг. Блин, он прямо здесь! И что делать? О, черт. Офигенно. Ты заглянешь на огонек сюда? Может быть, нет? Давай заглянь, хоть ты, черт. Как обидно. Я могу, конечно, кинуть ножик. Да, я, походу, так и сделаю. О, мой бог! Все, лежи. Да-да-да, ребят, это мертвый человек. Это ужасно. Так, нож дали. И опять же компоненты для бомбы. Для бомб. Ну, разных. Разные компоненты для разных бомб. Так, куда он пошел? Сюда он пошел. Окей. Значит, и мы сюда идем. Да-да-да. Ну,
Вот это выглядит уже как более закрытое место. Of an army of drunks swinging sticks. Right this way, Ezio. Nowhere left to run now. Not for me, and not for you. Kill that dog. Cut him down. Ну. О мой бог. Так, давайте первого. Ну, ты куда полез? Осторожней, молодняк. Воу. Оу, щит. Иногда такое ощущение, что Эцио только и любит, что ему скорее нужен... О, так, подождите. Давайте здесь аптечка будет, нет? Ага. Спасибо. Спасибо.